Итак, казалось бы, нет ничего скучнее, чем видеообучалка по креветке. Но, возможно, это будет самая важная обучалка в вашей жизни. Итак, есть два упражнения, без которых не обходится ни одна разминка и, в принципе, не может существовать джиу-джитсу. Это мостик-креветка. Упражнений чуть больше на самом деле, но мостик-креветка – это вот та самая основа, без которой джиу-джитсу просто не существует. Креветка – это часть разминки. И у многих действительно отношение к этой креветке, часть разминки, просто разминочное упражнение. Черт подери, нет. Это действительно важнейшее движение. Не научившись двигать задницей, мы вряд ли сможем бороться снизу. А снизу мы любим бороться и, более того, хотим уметь бороться. Что я часто вижу на разминке? Как это выглядит? Обратите внимание, сейчас я показываю, как это делать неправильно. Выглядит это следующим образом. Это мертвая креветка. Это мертвая креветка. Конечно, я ее сейчас сделал еще более мертвой, утрированно. Но хочу теперь сразу показать, как делать правильно. Итак, креветка. Первое. Упор всегда одной ногой. Всегда нога упорная одна. Та нога в сторону, которую мы отодвигаем таз. Вторая нога не работает в креветке. Толкание двумя ногами – это так себе креветка. Итак, одна нога упорная, вторая расслаблена. Вторая не участвует в толчке. Нога в идеале, если подходит максимально близко к вашему тазу и становится на носочек. Вот толкающий элемент вот так вот. Да, то есть не кум, а вот носок, после чего я увожу свой таз вот на эту линию. Да? Можете примерно сориентироваться. Я отодвигаюсь вот на эту линию. Кум. Видите? Отъехал сюда. Чтобы мне продолжить движение креветки, мне нужно принять безопасное положение с этой стороны. Я сразу подвожу колено близко к себе. Пум. Теперь разворачиваюсь на спину, ставлю эту ногу в упор, разворачиваюсь на этот бок и делаю ту же самую креветку. Толчок, отвожу таз, колено к себе, поставил, лег на сторону, толчок и так далее. Еще раз. Толкаюсь одной ногой, вторая нога в этот момент не выполняет толчковое движение. Да? Пум. Пум. Есть ли смысл держать колено второй ноги, которая ничего не выполняет, ближе к корпусу или пофиг вообще, как она расположена? Когда вот это? Угу. Вообще, в принципе. Вот этот отличный вариант для сайт-контроля. Давайте сразу вспомним навскидку прям первый пример, где мы применяем движение креветки. Да? Это один из элементов большинства техник ухода из позиции сайт-контроля снизу. Да? То есть что мы делаем? Увеличиваем расстояние, отвозим таз, да? Отталкиваемся от соперника, таз вывели, подальше своей задницей от него отъехали. Почему эта нога не толкается в этот момент? Если я толкаюсь в этот момент обеими ногами, отъезжая от соперника, он тут же заполняет это пространство, подходя ко мне ближе, опять заново меня раскатывая. Если я делаю креветку с этой ногой свободной, то есть я отталкиваюсь одной ногой дальней от соперника, вторая нога будет выполнять функцию фрейма. Итак.
Я долгаюсь двумя ногами, отъезжаю креветкой. Я делаю фрейм, все замечательно. Пытаюсь отъехать от Насти. Работают две ноги, оба заняты толчком. Прекрасно. Не тот результат, которого бы я хотел добиться. Или сейчас колено не ставь, а просто иди за мной, допустим. Ну, может быть, ты здесь меня держишь. Ну, расслабься. Вот так, знаешь? Вот здесь. Да. А очень часто так держатся всякие дзюдоки и так далее. Так виднее будет, да? Смотрите. Если я делаю креветку двумя ногами, отталкиваясь, оп, она просто продолжает за мной идти. Еще раз. То же самое. Я делаю креветку двумя ногами. Окей. Я еще раз делаю креветку двумя ногами. Да, мало что этим движением я добиваюсь. Теперь я сделаю креветку с упором одной ноги, да, и так же буду упираться, выносить таз из-под Насти, отодвигать его в эту сторону, но вот эта так называемая свободная нога будет выполнять роль фрейма. Сейчас я вам расскажу историю. Я до 8 класса картавил, не выговаривал букву R. Когда первый раз я сквозь слезы произнес слово «трапка», «трапка», я в этот момент полы дома мол. Я плакал от радости. Итак, продолжаем. Сайд-контроль. Ничего, что я отвлекаюсь? Кстати! Сайд-контроль, креветка. Да, сейчас я не делаю мостик, да, мы сосредотачиваемся на креветке. Показываю именно работу креветки. Не воспринимайте данную демонстрацию как какую-то секретную технику, которая должна у вас завтра сработать. Сейчас я показываю функционал креветки. То есть упор, отъехал, и вот она моя нога здесь. Назад. Отъехал, поставил ногу. Да, Настя почему-то решила сразу встать. Наверное, крутя. Раз, отъехал, вот она моя нога. Это фрейм, который не дает Насте на меня пойти. Настя, иди на меня. Еще раз. Работаю одной ногой, вторая свободна. Вот он фрейм. Я сразу заполняю своей ногой пространство, образуемое между мной и Настей. Теперь я могу дальше работать в гарде. Да, там восстанавливаться, может даже атаковать. Итак, с креветкой, надеюсь, разобрались. Раз, два, подтянули, поставили ногу, перешли в эту сторону. Три, подтянули, поставили в эту сторону. 4. Окей. Итак, друзья, первое задание, которое я вам дам на период карантина, будет в следующем. Итак, обратите внимание на мою позу. Я стою на коленях и носочках. Моя задница сидит на пятках. Я настоятельно рекомендую в течение дня находиться в этой позиции как можно дольше. Поначалу вам будет немножко неудобно. Да. Мыть посуду так вообще неудобно. Вы можете так смотреть телевизор, смотреть порно. Смотреть ПЖ Фликс и даже смотреть это видео. Итак, мы сидим на коленях, на носочках и на пяточках. Для чего это? Для того, чтобы привыкнуть к такой позиции. Это положение вам необходимо будет всегда. Завтра, послезавтра, в ближайшее время, если Бог даст,
Я разовью эту тему, но пока задание следующее. Привыкай сидеть вот таким вот образом. Что делать, если болят пальцы? Если болят пальцы, хоп, расслабились, на какой-то момент, там, может быть, размяли, заняли эту позицию и продолжили сидеть. Бля, такая безысходность. Для начала сейчас вы можете сидеть и вот так, под таким углом, да? Вот таким. Но в итоге нам понадобится вот такой угол. Окей? Угол видно? Угу. Со спины ты хорош. Запомнили? А сейчас? Как я ранее объявлял на тренировках в группе на шоссе энтузиастов, мы разрешили друг другу болевые на кисти. Сейчас представил вот такой Call of Duty с холодильником. Получилось! Алло, тренер, у меня получилось. До того, как начать записывать первые выпуски, я уже получал некоторые вопросы в нашей закрытой группе БЖЖ на энтузиастов. Первый вопрос, который, собственно, пришел, вопрос от Ильи. Привет, Илья. Сейчас попробую ответить тебе на твой вопрос. Или уведу ответ в более выгодное мне русло, чтобы казаться убедительнее. Раз.